Уважаемые горожане, и вот, значит, наступили большие выходные, 4 дня. Значит, поэтому я все-таки хочу вас попросить, вы все слышали рекомендации и Министерства здравоохранения, значит, и мнение нашего митрополита и, значит, настоятеля храма святого Александра Невского, отца Виталия. Я тоже хочу все-таки призвать, чтобы в эти выходные вы по максимуму остались дома, чтобы провели эти выходные с семьей в своих домах. Вот. И все-таки надо подумать о себе, о своих близких. И, наверное, как церковь правильно говорит, ну, не будет грехом, если, значит, в Радуницу вы не поедете на кладбище. Значит, была предоставлена возможность, значит, были пущены дополнительные автобусы за неделю до этого праздника. Если кто-то не успел навести порядок, значит, ну, могут это сделать попозже, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется. Поэтому я все-таки призываю к этому. Ну и учитывая то, что очень сухой такой период, тепло, ветрено, значит, тоже я бы попросил, что все-таки воздержаться от выезда в леса, значит, и от разведения огней где-то на природе. Для того, чтобы, ну, упредить, чтобы не допустить вот таких пожаров, значит, в лесах, в полях. Посмотрите, значит, очень такой пожароопасный период. Поэтому я все-таки прошу вас вот на это обратить внимание.